хотя бы до забора, если ты у забора. Можно проползти. Правой стороне пошел. Непонятно, просто если там будет или человек. Да, уже пол пятого там. Да что-то на заводе постоянно попадаются эти в полном обмундировании со всякими пушками. Ходят, всех мочат, с топором даже нельзя побегать. Ты двигаешься там или лежишь, ждешь? Как будто, ой, как только появится возможность, то есть ты можешь добежать до экстракшена, там 8 секунд, ляг какую-то высокую траву, и вряд ли там будут люди в 20 метрах, чтобы прям подбежать и убить тебя. Если медленно красться, то тоже рискуешь. Ложись. Пистолет нашел. Можно.
закончим. Иду на выход. Да. Что-то в лес, пока никого нету, все в лесу. Странно, я тебя не вижу в списке. Да. То есть я был один, и потом пришел онлайн. Да. Смотреть надо во все дырки. Друзей, с кем можно поиграть в такие игры. Самому играть в такое, я бы не знаю, насколько выдержит. Слишком напряженно. Так, я у скалы. Так, я тоже у скалы, недалеко от кирпичной фабрики, короче. А ты? Подожди, я у дороги, походу. Я слева от кирпичной. Ага, я справа. Давай, только я не вдоль забора пойду, потому что... То есть я совсем рядом с кирпичной, мне тут 50 метров. Я иду между скал. Я уже подхожу.
Так, я иду вдоль забора. Мне 20 метров тут осталось. Ты где? Я чуть-чуть вперед отошел на передний край. Окей, я через задний захожу. Ты внутрь прямо будешь, а я снаружи. Ну да, я просто через территорию прохожу. Вот иду вперед. Вот это ты там стоишь. Вот я прямо на территории. Давай. То есть ты не у дороги резнулся, да, а между дорогой Резко, и... да. Ну, здесь на дороге респ тоже, надо ее проверить, чтобы тут никого не было. Ведь если тот чувак не ломанулся вперед сразу же. Пойдешь с автомата посмотришь? Да, чтобы там никто не сидел потом. Блин, такое ощущение, что как будто мышка подтормаживает. Синк выключен. Да. Сейчас я еще раз посмотрю. Да, выключен. В смысле, тело поворачивается с задержкой после мышки. Нет, как будто слишком как-то медленно. Как будто, знаешь, сквозь масло проходит так. У тебя не тяжелая броня, случайно, А, у меня потому тяжелая броня, да. что за нее. Да, может, я не учел этот момент. Ящик где? Вижу труп, бомж. Дальше на дороге лежит. Ну, может, он отсюда бомж? Что там далековато? Вон, прямо на дороге. С левой стороны. Интересно, кто это сделал. Смотрю скалы справа. Слева, пойду вперед по дороге. Что там? Пойду слева по дороге А, вперед. пойдешь? Окей. Человек, когда он приседает, он не может так же быстро идти. Бомж, да? Подхожу к экскаватору.
не понял. Что заело на мгновение кнопка вперед. Шел автоматом. Смотрю руины. Сумка на остановке пустая. Я иду дальше по дороге. Только там успел кто-то здесь пройти. Ну, респится и ломится. Кто-то ломится вдоль респа, кто-то ломится прямо вперед. Просто один отрез просто на дороге. Один отрез просто тот, кто его убил. Если я отрез просто на следующем респе. Не знаю, я еще не запомнил тут всех респов. Ящик не близко, кстати. Так, ты где? Я в этом лесочке, который у дороги. Сейчас иду к этому большому дереву. Вот я на дороге. Давай. Что-то в ящике было нормальное. Так, вижу диких на заводе. Ой, на Ламбермиле. Прикольно, даже с ПСО. Можно Стволом стрелять полить. еще сегодня. Так. Реально стрелять или нет? Да, до Ламбермилла реально стрелять, но я не знаю, какое у СКС там падение пули. Сейчас хочу посмотреть ту горочку, где в прошлый раз был человек. Можно работать, но очень сложно будет прямо отсюда по лесопилке. Мне кажется, не сопилки сколько, метров 300. Да, но ПСО он же не такой уж. Сколько Ну там да. Я имею увеличение? в виду, что падение пули там правка не такая большая. Двигаем вперед. Стрельбы не было слышно вообще, да? Да, не слышал. Вот сейчас слышу. Часы неправильно показывают. На руке. Так, ты уже близко к этой горе, или ты уже на ней? Да, поднимаюсь сейчас.
Ага. Окей, я вижу сзади тебя. Так, это два диких, наверное, ползают там. Вроде с пистолетами. Друг рядом с другом. У левого склада. А там дальше. За. Забитая холма. Так, по-моему, там человек далеко. У Забитая. леса. У леса слева от ангара левого. Ушел за холм. Туда в лес. У него был, по-моему, винчестер. Уже не вижу его. Он посмотрел секунду на этих диких и все равно пошел дальше туда, в сторону выхода. Подходишь? Да, поднимаюсь на гору. В лесу, по-моему, значит, да. Я иду вперед. Да, это с той стороны. Один дикий сидит на холме. Один дикий сидит на холме, и один там на дороге бегает. Рядом с ним. В 5 метрах. Что снимем? Нет, не надо. Думаю, там игроки у нас впереди на 12 часов. Они услышат, выстрелы будут ждать. Ты уже вперед пошел, да? К берегу на камнях, окей. Ну смотри, они могут уже начать в тебя стрелять, дикие. А вы с пистолетом левый вижу. Тоже с пистолетом. Или нет? Ну, он с пистолетом. Встали и ушли. Я чуть выше поднялся. Смотри, там два висит справа на кого-то. В смысле, ты справа от дороги? Я наверху здесь. Ну, справа от этой дороги, с которой мы пришли. Сзади. А, попробуй смотреть вправо. Ну, правую часть подхода к лесопилке. Ну, я так и делаю, да. То есть те камни над домиком, да, ты видишь их? Над домиком, над каким? Над Я вот. домиками. Да, я их вижу. Там вон двое диких еще ходят на территории. Я тут залез на камень. Там довольно много диких ходит. Один, двое, трое. Но их что-то никто не пытается застрелить. Так, да я сориентируюсь, где ты. Сейчас я буду Вижу. продвигаться чуть вперед. Спрыгнул Да, с камня. да, 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 да. Вижу, вижу. Вижу дикого.
Ну, сейчас можно, я думаю. Раз никого не слышно, там можно Не их. знаю, тоже. Возьми и смотри сайт. Откуда мы пришли? Да. Смотрю. Давай я снимаю этого дикого. Снимай. Снимай тех, которые на берегу были. О, слушай, ты можешь осмотреться вдоль берега дальше. Да, осматриваюсь. Аж до причала там никого не видно. Ну что? Вплоть до стены пока никого там нету. Видишь, других еще? Нет, я сейчас еще сканирую лес за лесопилкой вот этой последней, за ангаром. 2-3 диких было прямо в середине, там лесопилки бегали. Давай я пойду лутаю этого, которого я снял. Если что, буду с той стороны доходить. А где ты его снял? На берегу. А, вон там лежит. Это там на выходе где-то. Скорее всего, колдон некоторые. Так, я попробую продвинуться дальше на камне к центру лесопилки. Вижу одного дикого на лесопилке. Идет к нам в нашу сторону на берег. Это ты идешь посреди поля там, да? Да, я иду. Это я стреляю. Ага, окей, я на камнях. Одного снял, другой чуть-чуть ближе к тебе. Да, я убил его. С Свинчестер. мастером? Да, Свинчестер. Видишь кого-то еще? Да, забежал за бревна там в серединке с НСПМом. Центральный алга? Да, рядом с центральным. Потерял его из виду. А, нет, вот нашел.
правее центрального. Пока не вижу его. Вижу. Ушел опять за горку. То есть он, я сейчас влево на горе. Где Он он сейчас ушел, ходит? он ушел туда далеко за экскаватор, тот, который стоит наверху. Он в таш. Да, он ушел направо. Сейчас Да, до сих пор у камней. Чуть выше этой маленькой будки КПП. Видишь меня, да? Вон он, по центру. Нет. Ты где, у центрального или чуть левее? Правее левого. Между левым и И центральным центральным? есть обрыв. Есть левый обрыв. Не вижу, у меня тут просто куча деревьев. Я спущусь вниз тогда к этому трупу, посмотрю. Зашел в этот домик. Который слева? Да. Выхожу. Сейчас облутают. Опа. Так, он у центрального, это походу бот. Он за центральным. Я его видел. Я не очень понял по звуку, что это понял. Пистолет. Он зашел за эти бревна, которые ты перед тобой. Сзади подошел, блин, чувак. В 5 метрах от меня был. В шоке, блин. Бот? Не знаю. Могли отреспиться дикие сейчас люди. Если был дикий человек. Да, что-то он не выходит из бревен. А, нет, вот я его вижу. Уронил его. Что, у него пистолет? Да, пистолет. Блин, какой пистолет? Уже 3 штуки. А где ты воинул? Чуть дальше этих бревен, которые у центрального ангара. Вон там, между бревнами и машиной. Осталось 40%. Чего? Воды 40% осталось. Угу. У меня 50.
больше стресса у тебя было. Что, идем дальше? Ты у центрального, да? Я тут лутаю у левого ангара одного. Походу у него ничего нет. Или ты его облутал уже? Так, ты уже пошел направо? Я зашел внутрь этого правого ангара. Окей. Я иду к этим домикам. Сейф в центральном, да? Экскаватор тут лежит. Ты снимал? Нет, по-моему. Иду к экскаватору. Так, я на дороге. У дороги, слева от дороги. Чуть дальше, Экскаватор КамАЗ. Да, вижу, едут чуть за этим. дальше экскаватор. Ни одного оружия не нашел второстепенного. Я винчестер подобрал у того. Бункер получается дальше направо к забору туда. Ну да, я просто мало ли, может там ожидать кого-то надо будет.
Есть что? Рацион для лошадей и еще один пират. Тут еще этот кататека есть. Да, смотрите, у нас смотрите. Смотри. Тебе вода нужна? Нет, я нашел сок, попил. Надо звездочку брать, у него гидрация 100. И занимает одну клетку всего. В лесу, слева от КПП. Недалеко. На этой горе в видео там говорили, что любят сидеть. Я сейчас смотрел ее, никого там не заметил. Солнце светит в прицел. Так, мы идем прямо или чуть левее забираем? Или можно и справа там выйти? То есть там большая зона это. Но впереди там домик этот, где дикий есть. Подожди, домик слева, да? Да, слева. Не, подожди, ну вообще влево надо идти. Ну вот я об этом. Что-то странно, зона зашел прямо. Ну как бы прямо там будет этот домик, похоже. Нет, домик вон слева. Когда он поворачивает, домик справа вон. А, вижу, да. Так, вижу контакт. Дикий, скорее всего. Да. За теми большими двумя камнями, которые перед домиком. Справа. Да. Огромные такие, квадратные. Вижу перед домом сейчас. Наверное, это он. Там два, там два. Тут есть еще один дом, который мы сходим, может, идем посмотрим, потом уже. Окей. Окей. Я хотел подойти к этому пеньку. А я сквозь него что-то прохожу. А, да, я тоже. Интересно, он задерживает пули? Офигительный метод. Не обидно. Кусок рюкзака только торчащего. Так, сейчас давай найдем где второй. Один пошел влево, туда к дороге, влево от дома. Возвращается лето. Да, вот они два. Так. Стреляй туда. Оба перед домом сейчас. Да, вижу. Один упал.
задерживаешь. Да. Второй упал. Он с пистолетами, блядь. А? С пистолетами, блядь. Да. Что ж такое? Ты хочешь пойти к ним? Или нет? Наверное, нет. Если с пистолетами, нет. Нет смысла. Да, с пистолетами. Нет, здесь рюкзак с пистолетами. Справа от того большого камня, походу, подвал. Бункер. Недостаток этого рюкзака дикого, что там эта красная тряпка на спине. Довольно палёно. Сзади. Смотрел назад. Так, мы уже пришли на выход. Не густо, но и не пусто. Сколько у тебя XP? 6800. 14 тысяч. Ты убил человека, что ли? Нет, трех таких. Сколько? Трех. Я четырех. Уничтожение противника это 900. Успешный выход 800. У меня уничтожение противника 400. А скаут убил? Диких. Сколько? Четверых. Странно. Странно. Куда ж это все разрушает? Я не знаю, сколько у меня пистолетов. У меня только дома. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 пистолетов. Да, он пистолеты не продает, не покупает этот прапор. Сейчас буду чисто этому Скупщику. капюшон продавать. Прапор? Не может быть.
Пойдем на завод? Или все уж? Ты хочешь выходить? Сколько мы? Без 20:12. Пораньше. Или ты хочешь ложиться спать? Ну, скорее всего, пораньше, да. Ну как, еще можно на завод пойти пару раз. Бомж, даже 1000 нет у него. Готов. Давай, сейчас я минуту приду.
Идем диким. Лысый в грязной куртке и зеленой разгрузке. Не посмотрел, как меня зовут. Так, подвал. Я иду к тебе. Не знаю. Это я бегу, бегу, бегу к этой двери боковой, которая сверху над выходом. Захожу. Ты в коридоре? Да. Окей, я сейчас сзади появлюсь. Скоро тела уже неплохо. А? Тело вижу. А ну-ка, давай сейчас я выйду с этой стороны. В смысле, труп? А, да. Ага, да, походу бомж. Да черт! Запутался в колючей проволоке. Как в легендах осени. Иду по коридору. Ты где у контейнеров там? Да. Это что за хрень? Так можно привлекать людей, знаешь? Они думают, о, сейчас мы завалим диких там. Дикий? Это ты топаешь по... Совсем не болел. Я крикнул, что я заряжаю. А ты топал по металлу? Нет. Значит, со Скайбриджа откуда-то. Я не слышал странно. Вот, вот. Что? А, это я топал. Да тут на заводе такие объемные эти звуки, хер пойми. Я тут залез наверх, смотрю ящики. Прицел. А, черт, меня убили, не видел откуда. Походу откуда-то из коридора, там, со стороны коридора, что с пятого. Санек окунь. Дерьмо. Где ты был? Я был, на ящик лутал наверху. На лестнице этой железной. Либо оттуда, либо с кэтвока наверху, где соединяет, где там дырка в стене между пятым и шестым цехом.
ты затаился. Там какой-то коллаж с цевьем, на котором сверху Пикатинни и Целстон. А, я видел, да. В видюшках. Идем еще раз. Я в лобби. Это у меня телефон. Завод. Мигающие лампочки, блин. Коридор в седьмом. Так, я знаю, где он. Да дерьмо, блядь. Как его не убил? Да там сзади. Ну, в той комнате. В седьмом, которая рядом с выходом.
полной броне, шлеме там, с калашом, который по тебе стрелял. Он был наполовину в этом подвале, я начал стрелять ему по башке с броней, поэтому он не сдох. Да, надо было. Да. А ты взял что, винчестер или автомат? Здорово, пацаны. Просто звоните, сейчас автомат. Привет. Здорово. Блин, я смотрю и не понимаю одной вещи. Почему здесь нету лобби? Что такое лобби? Ну так, чтобы не выходить обратно в главное меню. Да, я себя слушаю. Вот. Это Димы. В смысле, ты меня слышишь? Он себя слышит. Я тоже периодически себя слышу. У тебя, кстати, постоянно шумит микрофон. У меня? На стриме особенно. Тут я не слышу. В стриме постоянно. А, наверное, стрим просто... Ты знаешь, что сделай? Ты выруби... Нет, если вырубишь микрофон там. Oh, anyway. Как дела? Окей. А у тебя? Да, вот тоже еще мастера ушли, сделали пару вещей, которые мы договорились сделать. Сейчас, секунду. Я опять в коридоре, там, в шестом. Я попытаюсь добраться до тебя. Через шестой. Они бегут, 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 бегут. Я к коридору побежал. Забегаю в коридор. Чоп, 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 чоп. Нет. Дикие возле хибары домика под скайбриджем.
Так, ты еще в коридоре? Нет, я уже вышел в цех. А, ключ от этого домика. И как называется ключ? Ну, видео там иногда находят всякий мусор. Гляну ящики тут. Пусто. Ящики. У домика под скайбриджем. Куда? Наверх? На скайбридж или... А я на Скайбридж. Ты сейчас на Скайбридж? Да. Я убил дикого. Я. Который отдельно стоит? Нет, не смотрел. Я смотрел, который два рядом. Окей. Я на втором этаже раздевалки. Выхожу на второй этаж. Хожу тут, шумлю. Ну я здесь где-то ящик на железной лестнице. Да. Ты в Скайбридже сейчас? Нет, я уже на третьем этаже. А, ну был там, да? Только что бежал через Скайбридж. А кто в тебя? Откуда? В каком конце? В конце 7-го или 6-го. 6-го. Ты сейчас где? Здесь на лестнице железной, где ящик. А, еще раз получил. Что? Он на той лестнице, второй, короче. Ты где? Я здесь же. Да черт, я застрял.
Опа, граната. Да. А он оглушил мне этой гранатой, я пока эту дверь открою. Давай. Гранаты прикольно работают, эффект от них. Такой контузии. Тоже. Угу. Так, я опять в подвале, в шестом. Ничего себе там заваруха. Я на третьем этаже раздевалках. Я нет, еще живой. Кто-то в шестом, я стрелял по боту. Черт. Эти боты то прячутся за стенку, то вылазят из нее. Я услышал звук со стороны седьмого. Так, у меня патронов нет для ПМ, сейчас куплю.
Я в седьмом. В задней части тут. Возле платного выхода. Так, тут уже бегает один. Во всем навороченном забежал в раздевалке. Да, он сейчас в раздевалках. У него этот кедр. Спускается на первый этаж. Да, я его палю с циферок. Ну, здесь дырки есть. Он сейчас опять на третьем. Туда-сюда ходит. Просто с моим пистолетиком ему особо вреда не нанесу. Если стрелять прямо в задницу, но он успеет увеличиться и убежать. Так, сейчас к нему кто-то придет там. По-моему, дружбан его пришел. Дружбан, походу, такой. Да, я. Дружбан, походу, был голый, но или у меня не прорисовалось. Хотя я видел издалека, что тот был одетый. Да. Так, по мне кто-то стрелял. Восточной стене, что? Да, но я спустился в подвал. Так, ко мне боты, походу, идут. Я в подвале. Возле пятого. А ты где? Я в твоем контейнере. Ага, окей. А забрал что-то пушку? Да, винчестер самозарядный. Залезу наверх. Тут умиралось людей еще? Нет. Не знаю. Не похоже. Дети какой-то у тебя. Слышу, но вдалеке где-то. Он зашел пол назад, в домик. Где? Я на кэтвоке, на пятом. Сейчас посмотрю свои карманы. Завалил одного дикого, да, у этого домика в пятом. У него калаш, кстати. У тебя что?
Сейчас где? На катуоке. На чистый пушить. Подкрадываться ко мне и идти ко мне говорить. Что на себя будут стрелять все, кто будет подходить. Окей. Может, дикие это и специально. Так, я иду к тебе со стороны туннеля коридора пятого, сзади получается. Приду. Вот я прямо за контейнером. Выйти? Может быть, если хочешь. Да не. Я смотрю Скайбридж и выход с раздевалок. Вернее, второй этаж. Дикий, слышал там. Бесплатного выхода. Смотрю. Выход из коридора и кэтвоки. Это я сзади. Или нет? Это на третьем. Деревянный стук. Да, есть труп. Нет. Опа. По мне попали. Откуда он, знаешь? Ты где именно? Со стороны. Я у бесплатного выхода. Там, где сломанный забор, походу, оттуда откуда-то. Или, возможно, со Скайбриджа. Тебе
Да, я. Я не знаю, кто это был, человек или... Возможно, бот. Если что, увидишь, если кто-то будет заходить ко мне на первый этаж. Да, дикий вот. Нет, он за... Черт. Еще один. Он возле моего контейнера с той стороны. По-моему, и двое, я не могу сказать точно. Все убил. Так, ты ходишь? Со стороны домиков кто-то. Скайбридж. Скайбридж, скайбридж. Я лечусь. Ты бегаешь? Нет, нет, я сижу и держу лестницу. Если кто-то не спускаться. По-моему, это был дикий на скейбридже. Он был в балаклаве, в зеленой фигне. То есть либо дикий, либо человек дикий. Ты там закрыл дверь на второй этаж в раздевалку? Нет, я на первом. А, ты на первом. Не знаю, не я, не по мне. А черт, это Скайбридж там до сих пор. По тебе? Да, по мне. Это не уже не по мне, там, но внутри Скайбриджа. Добежишь. Это я хожу. Ты внутри. Я возле своего контейнера. Нет. Что это? Не знаю. Дверька, это что? Не знаю, не знаю, не знаю. У тебя много лута? Двойник один. И пока в рюкзаке.
Так, второй этаж есть. Убил. Походу, это человек был. Давай, у него винчестер был. Тут еще топчет. Охренеть, блядь. Ты умер? Полной экипировкой, что ли, был? Странно, один раз выстрелил из с винчестера, но у него 100% все равно состояние. Ты вышел, да? Да. А убил того, который меня убил, нет? Нет. Я думал, что тебя убили там эти монстры. А. Так, ну, монстр ты завалил сверху на... Я думал, что он последний. Нет, я завалил дикого какого-то, но он, походу, был человек, потому что он ломился на выход. А те чуваки, не знаю, может, они вышли через платный выход там. Сейчас я только вытащу все. Что делаешь? Вытаскиваю все сейчас. Секунду. Хорошо.
Опять в подвале. Укаров. Так, у домика под Скайбриджем. Так, из пятого это ты выбил дверь? Нет, нет. Он спустился по полу. А? Он, походу, выбил одну дверь и спустился по полу. На нем я точно. Ты где? Домики под Скайбриджем. У тебя нет? Так, я у двух ящиков, которые у домика. У тебя? Так, я смотрю наверх. Так, гранатки пошли. Так, я у бесплатного выхода тут недалеко. Ты где? Между бочками. Между бочками этими большими лежащими. Ага. А ты где еще раз? Прямо за тебя, у бесплатного выхода, у красных ворот. Нет. Тут на улице тусуюсь, возле мусорного синего такого контейнера большого. По мне стреляли, когда я шел по коридору. Но я смотрю, к этой оке сейчас там нету никого. Рискну сейчас залезть на второй этаж. Не вижу. Ты живой вообще? Да. Там брызгала кровь, но здоровье полное. И просто чуть-чуть. Там сало раньше я могу. Так, это в раздевалках было. Я сейчас обойду бочку. Смотрю, если буду стрелять. Пошел в бочку. Тебя не вижу. Я на ящике тут. В раздевалках кто-то там с калашом. Осматривай. Опа, вижу. Где он, сверху? Он перед этим домиком, который... Завалил. Сейчас тут кто-то топал на третьем раздевалках. А, дикий. Сейчас первый можешь встретить? Он был на первом уже? На втором был. В двери там промелькнул. Два раза. Жалко, потому что ты слишком. Слышишь?
Так, сейчас буду еще спускаться. Но не стреляй, пусть спустится на первый. Они не выходят сюда на лестничную. Уходит. Еще один с пистолетом, да, сейчас. Да-да-да, ходят. Они по лестницам туда-сюда ходят, никак не могут спуститься. Так, это уже там кто-то другой его завалил. Прошел куда-то спиной ко мне. Так. Я отойду пока назад. Попробую снять с того хотя бы какое-нибудь оружие. Да, там бегают, слышу. Не знаю. Короче, у этого чувака был 3-зип, тяжелая броня и жилет. У него еще и калаш есть, и разгрузка я не взял. Давай, тут, кажется, в домике трется дикий. Или рядом где-то. Не могу понять, где. У него еще большой калаш есть, кстати. Я завалил дикого. Кто-то, не знаю. Завалил дикого еще одного. Ты где Я у сейчас? синего контейнера у домика. У домика под скейбриджем есть контейнер. Не знаю. Я между бочками сейчас. Так, я в принципе готов валить. Так, я меняю позицию. Так, я пришел к тебе между бочками, да? Нет. Я смотрю. Фуф. Я не знаю, кто это был. Убил одного. Ты где? Ты облутал того? Я просто не того торопился взять его дрободан, чтобы не сдохнуть. Бери, бери ты. Я смотрю тут выходы. Я с дикого там снял очень тяжелую броню. Так, я у контейнера своего. Я могу на выход уже идти уже. Так, подожди, давай я прикрой меня выход здесь с раздевалки. Нет, я тут лутаю снизу. Все. Я вас оставлю нам. Как будто я здесь Все, пошли на выход.
Это повезло. Я еще и паку с него снял. Шлем. Паку сейчас с дикого вот этого. Шлем тоже или нет? Шлем был. Шлем был с того. 21 тысяча. Двоих от двоих до 30 левела, я, то есть одного, и одного до 50, от 30 до 50. И коллекцию пополнил четвертый трезипчик. Да, самый кайф, когда идешь так с пистолетиком, потом выходишь с трезипом и с тремя пушками. Такой круговорот лута в Таркове. Пошел с калашом, сдох за 5 секунд. Пошел с пистолетом. Вынес кучу лута.
Нет, идем. Сейчас я только найду место, куда все это сбагрить. Ладно, потом буду раскладывать. Идем. Кстати, дикий готов. А, диким? Блин, ну что такое? Опять нажал. Вроде... А вроде нет. А. Да, все, я понял, почему. Я зашел. Я просто по привычке кликнул еще раз, чтобы пропустить этот PvE режим, там вот этот офлайн режим. Для дикого нету такой фигни, поэтому. Это первая картинка, где с калашом, с каким-то непонятным магазином от СКС. Как будто такие одни из самых первых набросков. Ага. У меня еще генерация объектов. Блин, у меня написано генерация объектов 100% и... Блин. Надеюсь, не повисло. Но у меня есть клавиша назад, но, по-моему, повисла. Без альтов 4. Ну, то есть у меня не ожидает ответа от сервера, у меня генерация объектов, я не знаю, что это значит. Может, ну, просто у меня это видно, а на самом деле у меня ожидание от сервера. Крутится что-то, кнопка там где кнопочка. Просто таймер идет и крутится этот кружочек. Попробуй в 4.